Ненормальной власти. Наша программа, она состоит буквально из одного пункта, она очень простая и понятна. Мы берем на себя обязательство, что избранный президент подпишет первый указ о распуске парламента, и это откроет путь для проведения в Молдове досрочных парламентских выборов. В результате таких выборов должна быть сформирована нормальная власть, которая начнет строить нормальное государство.